Вратарь португальской команды «Порту» Икер Касильяс попал в больницу с сердечным приступом. На официальном сайте футбольного клуба подтвердили, что Касильясу стало плохо во время утренней тренировки, после чего игрок был госпитализирован. Врачи сообщили, что футболист перенес острый инфаркт миокарда. Но ему была оказана помощь, теперь он чувствует себя нормально и угрозы для его жизни нет. Но, как пишут местные СМИ, в этом сезоне 37-летний вратарь уже не сможет вернуться на поле. Икер Касильяс 4 года назад перешел из мадридского Реала в Порту, с которым в марте продлил контракт еще на один сезон. В 2010 году Касильяс стал чемпионом мира, а в 2008 и 2012 чемпионом Европы в составе испанской сборной, за которую отыграл более 160 матчей.